с вами канал Майкл Фокси. И мой микрофон не на мне. Знаете почему? Потому что я забыл его надеть. А знаете почему я забыл его надеть? Потому что он новый у меня. И я им пользуюсь лишь один день. Да, после стрима записываю видео. Почему нет? Ведь времени у меня больше не нашлось. Как видите, эта часть уже пройдена у меня полностью. Но лишь такую я смог найти с открытыми радаром. Ну, открытым радаром. Я прошел одну ночь, чтобы затестить эту фигню всю. И, кстати, можем сразу на кастом лайт пойти. Но зачем? Вот, можем попроходить тут потом челленджи всякие. Тут их много, если честно. Охренеть просто, это ж капец. Fazbear Fable. Cupcake Challenge. Ага. Freddy Circus. А чё тут Фокси и Бобой? Забыл. Бобобой этот. Бобобой, я теперь только так его и буду называть. Так, Фокси, ага. Ladies Night. Night of Misfits. Double Trouble. Двойная проблема. Но не знаю. Так, давайте игру лучше проходить. Сначала. Вот. New Game. Yes. Все. Слушать этого фунгая не будем. Зачем он нам такой? Действительно, зачем он нам такой? Это я знаю, будет звонить, я его сброшу. Я же сказал. Сразу. Марионетка, и все. Ничего не делаем. Просто можно тут чилить, сидеть. Нас все, в принципе, видно на радаре, слава богу. Ой, я помню, как я это походил без радара. Еще старые версии этой игры, где она не обновлялась ни разу вообще. Тут не было ничего, никаких челленджей. Я шестую ночь даже не смог пройти, я еле пятую тогда прошел. Но сейчас я набрался опыта и намерен пройти все челленджи в этой игре. Вот так вот. Я все сказал. Я опять записываю ночью, как вы могли догадаться, кстати. И я опять записываю один на кухне, в темноте. Да, меня жизнь ничему не учит. У меня просто времени нет особо. Я аж отдохну после стрима хотя бы час. А сколько сейчас, кстати? 11:30. Ночи. Класс. О, пошла жара. Заправляй. Давай, не стесняйся. Рэп. Заправляй. Где Бонни? А, вон он, вижу. На радаре. А, Чика пошла. В разнос. Что ты так быстро ходишь? Ну-ка. О, здорово! Там танцуем. О, Фредди, что ли, тоже пошел? Неожиданно. Тем временем у нас уже 4 часика. О! Всеми любимый звук мемный. О! Доволен. Ты шо?
Давай одену маску. Нет меня здесь. Чао. Шайчасу. Класс. Ну, это было легко на самом деле. Можем сразу вторую ночь пройти. У нас будет много серий на эту часть. Очень много. Учитывая, сколько там челленджей. Да. Так. Мьют. Тебя слушать не будем. По традиции. Потом к концу начнем тебя слушать. Тут сразу же жесть, да? А, сегодня же Фокси будет, точно. Нам пофиг, мы его видим, он на радаре. Видим, светим, уходим. Видим, светим, уходим. Вот так нормально тактика разработанная. Пам-п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 ам. Я испугался, зачем так пугать, блин, ничего не подозревающего человека. Ты что, бредишь, что ли? Почему я закрыл? Я не закрывал. Так, отлично, она тех перебрал. А его видно, Булумбой? Я. Здрасте, девки, а что вы тут? Булумбой, это тебя тоже касается. А что они ходят, а Фокси нет? Ага. Фредюха пришел. Жирная. Это, животюха. И Чика туда пришла. А чего вы так быстро ко мне идете? Я не понял, а где Фокси? Дайте мне Фокси. Мне твои аниматорики не нужны. Давайте мне Фокси. Мне нужен Фокси. Только Фокси. Гоните его сюда. О, спасибо. Я не могу светить. Алло. Что там? Кто там ходит уже? Я не понял. Вы что, обалдели? Как это выглядит? А, понял. Так. Не хе-хе-кай меня тут. Баба-бой. Баба-бой, иди в жопу. Баба-бой, не надо. Ты ж баба-бой чертовый. Зафигеть, зашибись. Давайте ко мне. Все ко мне, всех угощу. О, здорово. Давай, да, заходи. Заходи, на чай попьем. Может, ты принес что-то покрепче чая? О, здорово. Все, он ушел. Ты же ушел? Правильно. Надо уходить. О, 5 часов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты иди. До свидания. Ты... Уйди. Или уже не поможет. Наконец-то. О, Фокси, здорово. Я так и знал, что ты здесь. 6 часов. Вот это уже посложнее было. Так, думаю, на этом пора заканчивать, поскольку 2 ночи нормально прожил. Всем спасибо за... Стоять. Я забыл, тут мини-игры есть. Давай. Покажи мне, на что сейчас сделаю. Вот так вот тут. Покажи мне, на что ты способен, а? О, здорово! Так, это в хоррор превращается, знаете ли. Точно не для эпилептиков, я буду дисклеймер делать.
Хотя зачем, мне же не смотрят эпилептики. А как бы вот третья ночь, но мы ее проходить не будем, так что... Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Майкл Фокси. Всем удачи и до скорого. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если вам нравятся мои видео, мой канал, обязательно подписывайтесь и жмякайте на колокольчик, а то, как всегда, пропустишь. Да? Фокси, это ты, да? Да, да, ты. Давай, я не буду даже тебе сопротивляться, давай, убивай меня. Но всем спасибо за просмотр, всем пока!